Включение мидвенда один в другую, причем всегда не приоритет. Какой мидвенд приоритет? Слушай, а вот смотри, оно начиналось каждый слайд вот с 0,0 секунд. Сейчас уже вот сначала было 4 секунды, а следующий слайд. Сейчас уже на 5. Вот уже на 6. То есть мы будем рисовать как-то? Ну, потому что это... Если не рисовать, то это... Да? Ничего страшного. Сейчас мы всегда рисовать. Даже если она не изменяется. Причем это из-за того, что на некоторых фильмах приходит, помнишь, вот в самом начале, я когда только приходил сделать видение, первоначально, мне кажется, то Денис на некоторых фильмах на Star Wars, там были какие-то артефакты, умели воспроизводить. Да. Да. У меня такого не было, это, видимо, из-за кода. То есть нужно было внести в год-лист, такого кода, там, плохого теста, который я не проводил. Почему мне нормально разобраться? Банить все, название чего-нибудь посочетать. Microsoft или MS. У меня тоже тот же самый видеоаватар, да, привычку, у меня нормально. Тут нужно разобраться. Тут это вечный вопрос. Тут на самом деле опять копаться. То есть объект, к чему говорю? Какой фильтр предпочтительно использовать? Трансформ или трансформ? Однозначно, что разумнее всего сделать, чтобы в этой цепочке был один фильтр. Чтобы графу не пришлось там управлять сотни. Просто растащить, но не имеет смысла. А есть смысл сделать, если один мидвенд является вложенным в другой, то имеет смысл предусмотреть какой-то интерфейс, чтобы мидвенд нижнего уровня, который реализует сам трансформ или трансформацию, он мог принимать интерфейс, как игру, или еще кто-то назвал, неважно, верхнего фильтра, и, соответственно, работать с ним, не вставляя при этом фильтр менее приоритетного мидвенда. Да, как просто здесь фильтр один будет и все. Точнее не один, а два фильтра. Аудио и видео. Слушай, а тут сейчас на каком-то слайде давно была такая штучечка сверху, размер, например, без пикселя, без парочку. Такая полоска, что ли? Да, да, она мигала, а потом сайт пришел другой, и она исчезла. Ну, это люки, скорее всего, это. Или на презентажке, я думаю, то же самое. Вот эти смотри в глаза, вот этого всего не было. Ну, так как на стороне композиции мы возвращаем в сторону. Потому что композиция, если композиция на стороне, то что она получится. Либо... Изначально, нет никаких эффектов и нет будет. А то, что вот, какой будет видео, какой будет аудиопоток, является целиком композиции. Мы можем, вот после движка будет такой. Не прислали. Сказали, что не работает? Нет, сказали, что я обед студент. Значит, что два типа, блядь. И в задании прописали, что... Типа я прорекламировала вас на YouTube. Только композиция. У меня еще был переход. Первого на второй, но вторая. И вообще, какой смысл изобретать его теперь? Можно поднять интерфейс, поднять его диаграмму классов,
посмотреть, как сделано уже там. Зачем изобретать с нуля? Просто сбить переходы и прочее. Так там все это описано. Там все. Об этом уже люди подумали. Нужно просто пойти. Потому что даже если мы перейдем, потому что они изначально уже предусматривают все многообразие, то, что может потребоваться делегатам. Во всяком случае, Adobe Premiere, он не выходит за рамки стандартной микрософтской тренировки. Открой, у тебя есть?